Сегодня у нас что? 15 марта. Сегодня у нас у Миши день рождения. Мы вот тут шарики выбираем, игрушки выбираем. Давай всем. Помашите всем привет. Скажите, и скажи спасибо всем, кто поздравил. Спасибо, да? Спасибо всем, кто поздравил. Вот, молодец. Что там еще? В общем, мы сейчас будем выбирать игрушечки, да, шарики, тортик. И будем справлять Мише день рождения. Выбираем. Что мы ходим с тележками тут выбираем? Что? Папе. Это... А? Папе? Папе и маме и Славе. И папе, маме и Славе ты выбираешь. Да молодец. Почему? Скажи, потому что, скажи, они меня поздравили, да? Это он так сейчас говорил, что они меня поздравили, и я им должен подарки выбрать. Давай, посмотри, смотри, к чему выбираю. Вот, давай. Так, ее надо поддеть, хоп, и она снимется, и двигать. Вот, вот помощники с двумя тележками вооружились, и... Смотри, смотри. Я, что, я это... такую хочу. Это ты такую хочешь папе? Не, маме. Маме? Да. Мам, ну ты глянь. Мам, ну ты глянь, что он тебе выбирает. Нет, ты же маме там с этой, с Эйфелевой башни-то видел где-то. Нет. Точно, подай маме, покажем, где ты. Вот такую вот. Ты думаешь, маме она будет какая-то как раз? Подожди, покажи, Константин, где ты там с Эйфелевой башней-то маме видели? Ну-ка. Вот, мама, видишь тебе, какую футболочку на тренировку сыновья выбрали? С Парижем. Глядишь, может, нас с тобой в Париж когда-нибудь отвезут, да? Да. Ну, я знаю, что ты маме такую выбрала, типа, она, ну, клади в корзинку. А ты нас повезешь в Париж? Да. Да? Ты когда вырастешь, нас повезешь в Париж? Да. Да, слышишь, мам, мамуль, он нас повезет в Париж. Ну, хорошо, бери, это маме подарок. Папе мы еще давай какую-нибудь еще, вот папе надо. Папа, что тебе вот нравится? Тут какие-то цвета не это. Нам пока тут ничего не проглянет. Какую? Нет, такую. Вот мы папе уже такую вот темно-синенькую взяли. Давай что-нибудь беленькое или еще какого-нибудь цвета вот найдем. Так, все, палочку давай положи, другие люди будут снимать. Так это же мы взяли маме уже. Вот, пойдемте дальше корзиночки складывать. Какие легкие вот эти, да? Так смотри, вон, смотри, сколько их. Давайте, может, какие-нибудь померяете? Смотри, какие вон симпатичные. Какие? Ух ты! Ничего себе, какая подушка. Так давайте померяем, давайте что-нибудь померяем, посмотрим, какие на ножке будет хорошо, такие возьмем. Давай померяем. Давай, ты будешь какие-нибудь примерять? Не знаешь, ну смотри, какие тебе вообще цветом нравятся. Давай, выбирай и померяем. Выбирай сам, что понравится, будем примерять. А что вам там в чемодане-то? Нет. Айда, пошлите, мы же выбираем настольные игры. Смотри, копилка на Дубай. Ух ты. Ну, какая красота. Вот. Во, мальчишки, на Дубай будете копить деньги? Еще на Дубай будете копить деньги? Здорово. Так, вот я накоплю деньги на... Вот это покажи, вот это, что вот это здесь, какие у нас пазлы, чтобы настольные игры. Давай, открой. Нет, открой вот это. Какие тут картинки? Лев, жираф, тигр. Ага, давай, ты и будешь козы. Паровозик, давай ты кости возьмем, чтобы настольные игры, чтобы вы сидели, занимались. Кости, давай. Кости, ну-ка, покажи. Давай, вот как раз, Костя, ты будешь вот это собирать? Что? Вот это, будешь собирать все? А? Нет. Что нет? Он, у Миши, он будет, смотри, паровозики собирать, большие пазлы. У тебя тоже есть вон уже большие. А маленькие возьмешь или вот этой достаточно тебе? Какую еще ты хочешь? Давай. Мы же вот это ты хотел вроде бы. Да, вот это вот. Уже все передумал? Все, тогда пошлите дальше. Вот, вот это? Да. А что это? Давай посмотрим. Полка продолжается у нас еще. Вот мы еще. Алоэ вера нашли. Вот подсказали, что вот это очень хорошо. А то мы тут погорели немножко. Хоп. Смотри, какой пузырек хороший, да? Интересный. Давай такой возьмем, а то бабуля вон спина и руки погорели, и вас тоже помажу. Берем? Берем? Берем. Берем. Давай. Еще там алоэ? Давайте возьмем, еще кому-нибудь на подарок возьмем. Давайте. Давай, я посмотрю. Такое же? Да, а тут тоже сказка. Ой, только поменьше, маленький. Замечательно. Еще такое? Давай, маленький, давай такой еще попросим.
Посмотрим, давай. Да. Выбирают тоже, что-то там нюхают. А здесь такое раздолье в этих вот в арабских маслах. Ну, прям очень замечательно. Я себе вот такие вот всякие маленькие хочу взять. А, что там еще? Что там нашел? Не знаю. Что это такое? Вот это мы знаем, это четко, а вот это не знаем. Ну, сейчас разберемся. Сейчас он сейчас побольше вот арабские масла себе это прикупит, чтобы на всю оставшуюся пенсию, а то не знаю, когда еще поеду. Выбор, что там? Духи папе. Да? Духи, это одеколоны. Ну, вон, как он выглядит-то? Как он выглядит? Вот такой, мужской такой мужчина. Такой. Да. Круто, о славе. Славись. Ну давай вот клади этот тебе папе. Мы вот тут загружаемся. Вот этот Славе-то положи, который выбрали мы. Вот это. Вот это Славе. Какой? Что ты Славина? Ох ты, Константин, Слава, смотри, какой Константин тебе что-то нашел. Ну давай понюхаем. Я же не знаю, надо же понюхать. Ох ты, какую фляжку Славе-то выбрал Константин. Сейчас понюхаем, мальчишки. Здесь смотрите, сколько еще. Ох, какие вон все арабские шейхи. О, смотри, с Бурж-Халифой сейчас давайте вон понюхаем. На память им привезем, да? Смотри, вот, видишь, вот. Да? Здорово. Давай понюхаем. Арбуз. О, а что, нет, сейчас апельсинки. Сколько? 2 дирхама огурцы? Твои любимые огурцы. Замечательно. Возьмем пожеваться. Миш, что, апельсинки, яблочки возьмем сейчас тебе? Апельсины на день рождения? А то как же. Сейчас давай наберем апельсины. Так, апельсинки 3,99 стоит вот в этом магазине. Правда, не знаем мы, как называются. А яблочек никакие хорошие. Огурцы берешь? Хорошо. Хорошо, сейчас подожди. Это мандаринки, наверное. Тише, мальчишки. Сейчас возьмем что-нибудь еще вкусненького. Сколько мы еще фруктов-то мы тут нашли. Вот манго здесь в магазине по 11,99. О, большой манго по 10,99. Замечательно. Кто? Что это? Маленькие бананчики. Маленькие бананчики? Так мы же большие уже взяли. Ты еще маленькие хочешь? Да. Так, мальчики, мы сейчас тележки вот эти, кто все попрет? Бабуля, вы будете помогать нести. Все, давайте сейчас еще вот это вот возьмем. И дальше мы не донесем. Я вот эти две тележки в руках не доволоку. А рюкзаки мы ваши-то не взяли, будете помогать. Все. Ой, суета. Где мои манго-то? Вот. Идем так. Малыши мои неугомонные. Что? Что мы еще нашли? Клубника. Клубника? А кто? Ну, и это все мы возьмем, что ли? Да, на торт положим. На торт положим? Да. Понятно, у нас еще торта нет. Замечательно. Я представляю, как мы сейчас вот это все поволокем тут. Все вот эти подарки гостинцы. Ну что, клубника так клубника. А куда ты это положил-то? Она у тебя вся рассыпалась-то. Подожди. Опа. Давай. Тихонечко, аккуратненько, да. Аккуратненько положил клубничку. Молодец. Кто еще здесь? Драконий фрукт? Да, маме обещал. Это маме обещал. Мы когда будем, поедем домой, мы обязательно купим маме, да. Раз ты обещал. Смотрите, вот виноградик есть. Виноградик. Миша, ну Миша уже свой брокколи, он любимый, увидел. Давайте виноградик, что ли, еще тогда возьмем к столу. Гулять-то гулять. Все, мы прибыли. Да. Полная куча вон пакетов, сумок, рюкзаков. Руки отвалились. Вот как плохо, что мы сегодня забыли вот эти рюкзачки. Прямо они на колесиках-то спасают, чтобы помогаторы-то везли в них. А мы их забыли. Ну ладно, сами виноваты. С днем рождения, Миша, да? Спасибо. С днем рождения, Миша. У нас тут вот и шарики. Ой, там звонок. Ну-ка, иди-ка открой. С днем рождения, Миша. Открывай. Что там? Ух ты! Миша, с днем рождения! Тебе торт принесли. Вот, а мы без торта думали будем, да? Тебе ничего себе! Что надо сказать? Спасибо, это от отеля торт нам. Вот как здорово! Ой, давайте, спасибо большое. Давайте сюда куда-нибудь проходите. Сейчас мы его в этот. Тут, вон туда. Вон туда можно. А то у нас там еще фруктов. Вот, убирай, Миш, Кость.
Давай, вот нам как здорово этот торт к чаю перепал. Спеть надо в этот. Зажигалочку мы зажгем. Вот как хорошо мы сейчас тут. Миша сейчас будет дуть. Пойдемте вон там, еще зажгите нам свечки. Зажигалку. Вот здесь вот. А то у нас тут еще фруктовые. Мы... Садитесь, мальчишки. Садитесь сюда. Ага, вот это, зажигалку. Нам, пожалуйста, зажгите вот эти свечки. А то мы думали, мы без торта будем. Никак. Ну вот, а то мы думали, у нас только фруктовое будет. За столь, а тут нам еще и торт от отеля подарили, да? Вот, спасибо. Ну что, давай сейчас, дружок, сейчас будем это задувать. Рождение Миша, с днем рождения, Миша. Ты уже большой. Тебе уже сколько? 7 лет. Давай, задувай, чтобы загадывай желание. Молодец! Желание сбудется. За столь переместились в подарочки, да? И подарочки у нас тут есть. И паровозики, и пазлы на сегодня. Есть чем заняться. А вот теперь... Ай, кубик-рубик даже. Ну, хорошо. И самое главное, вон какие статуэтки тут твои стоят, да, на память. Да, еще вот, еще теперь парус еще купим тебе, чтобы в комплекте было, да? Да, еще вот, и будешь у тебя. Полный комплект по путешествиям будут воспоминания, да. Ну все, с днем рождения еще раз, внучок, с днем рождения. Да, с днем рождения. Мы клубнику-то не зря покупали. Да, Константин, ты же говорил, чтобы торт будем украшать. Вот, Миша украшает у нас именинник. Торт клубника, вот какой у нас. От отеля приятный сюрприз, тортик нам принесли. И мы еще клубник его украшаем. Ну, красота-то получилась. Ой, все, нам приятного аппетита. Скажи, а всем пока-пока, мы сейчас уходим на пляж, да? Мы потом еще на пляже будем плескаться, купаться. Миша, помаши всем ручки, скажи. И скажи всем спасибо, кто поздравил. Всем спасибо, кто меня поздравил. Да, мы были очень рады. А в некоторых местах аж до слез. Ну ладно, там когда мамочка с папочкой позвонили, да? Мы чуть-чуть растрогались, но потом быстро, быстро все вернулось. Вот. О, ты ничего себе, сколько много-то уже. А что ты там собрал? Что? Ты собрал пазл? Да. Да, да какой ты молодец. Ты смотри какой. Как раз, а у Миши как раз торт готов. Да. Все, приступаем к чаепитию. Да. Садись. Садись. Все. Вот это у нас праздник в Эмиратах, да? Да. Да. Все, все. Осталось? Да, конечно, осталось. Все. Всем пока-пока. Сегодня у нас вкуснятина, да? Да. Что сегодня дают? Картошечка толченая, пюре, рыбка в кляре, курочка, там еще мясо. Вот, курочка. В общем, еще тортик вон, да? И фрукты кушайте. Вам что, сок или чай налить к тортику? Нет. И мне. И тебе? Ну, хорошо. Приятного аппетита. Как вкусно-то, да? Угу. Что еще там на десерт покажи? Что это? Мороженое. Ну, это мы назовем. Такое теплое мороженое, да? Эх, красота. Вкусно, да. Давайте. Так мы чапаем на море. Угу. Давай, давай, шагаем, шагаем, шагаем. Шагаем на море. Вечерние процедуры. Морские. Вот на закате солнышко, мы очень любим купаться. Раскладываемся на закате. Скорее переодеваемся, и море ждет. Блин, сколько. Вон, море волнуется и ждет вас. Да. Бегом, бегом. На старт, внимание, марш. Побежали к морю. Эх. Сразу с бега.
все, день рождения закончится замечательно. Сейчас мы еще наплаваемся досыта, потом поужинаем и будем спать, как убитые. Какая красота! Здорово! Теплая водичка, мальчишки. А то скажи, не знаешь. Все, всем пока-пока, всем до свидания. Всем хорошего вечера и нам тоже.